как и подружка, пока не вышла. Не надо. Лягушка смотрела. Лягушка явно хочет отсюда убраться. Вот здесь крупная слоя, и стране остается. Все, мы поплывем. Ну, у нее там на нерест, все куда на родину. Чем она? Это пропаянная, да. А, песочка может гулять. Ну, спеди можно. Указатели стоят, вот если видно такие желтенькие стрелки, и вот на стволах еще такие краски пометки, это для велосипедистов. Ну, вот там такой красочка, такой, как флажок, с тем стороны несем. До куда тропа доходит? Ну, сука, ну, почти до границы. По лесу проходит частично. Тут я смотрю, сейчас вот в этом году появились щиты информационные, их не было в прошлом. Я смотрю, там маршрут номер 3, то есть уже, видимо, несколько их стало. Вот. Вот то, что маркерами называется, наркотропа. Пущи первые стали делать, это здесь тоже стали. Лавочки какие-то есть. Смертью храбрых. Молодые. Ну, беседочка можно устанавливать. Пусть в воде оборудованы. Эту музыку можешь слетать. Да. Новый инструмент. Сейчас у нас запрет, можно ловить только на этом плечо. Все, попался. Браконьерка. Хорошо, чтобы здесь делали гостиницу. Мы здесь размещаемся.
смотрите, человек, который открывает силу, не только сильно, но и быстро. Он может попытать устроить. Да? Он как мангал уйдет. Запах дыма. Мы не ели шашлыки, поэтому спрашиваю. Don't.